Здравствуйте, вы смотрите ТНТ Поиск. Это новости вторника и коротко о главных темах выпуска. УЗИ-аппарат для лучшей детской поликлиники. Наши врачи уже опробовали технику. Хорошая визуализация. Мы много чего начали видеть на этом аппарате. Много появилось возможностей. Визит на село. Глава района встретилась с жителями поселка Чайковского. Когда реально у нас построена автодорога... Вот точно я могу сказать. Героин, спайс и метадон. Наркоконтроль зачищает город. В течение 5 дней были задержаны 3 наркосбытчика, которые проживали в Клинском районе. Убираются все. Высоковск вышел на субботник. Наконец-то мы верим, что наш город имеет право на будущее и будет явно цветущим.